курилась пыльная жара, сводя с ума себя сама. Белесой дымки голубой мир засыпал, храня покой наедине с самим собой. Жара на тень и боль рвала все то, что выпить не смогла. Пылала в небе, одиноко светила, словно Божье око, окрасив небо голубое кроваво-огненным подбоем. Тропа устала путника вела, прохладу сада осознать манила, где вечность в глубине уже ждала, и мягко нежная олива вниз кудри медленно клонила под сонный говор ручейка на бесконечные века, даря прохладу путнику для вдоха. Синела вдалеке Голгофа, но оставалось путнику немного еще невысказанного слова, как агосферу у порога, где путник постоит немного, и продолжала в души течь проникновеннейшая речь, сиречь слова неслыханным доселе, внимая, люди разумели, сердца горели, словно свечи. День поглощал бесшумно вечер, был край земли еще подсвечен, и в глубине толпы, покуда среди взволнованного люда стоял, задумавшись, Иуда. Но наползала темнота, и превращались в серые цвета, а там, где сумерки упали, все шумы, звуки увидали, и полновесна тишина вступила в незримые права, святые взвесила слова на чаше дремлющих небес, что небеса допреже не слыхали, и осветились только дни. И только шарканье сандалий терзали тишину в палатах, где жил сам римский прокуратор. Не спалось Понтию Пилату, ночь стекленела, как смола, болела страшно голова. Любые запахи и звуки терзали мозг до рвотной муки. От пота к телу липли руки, не отмывала их упрямо вода журчащего фонтана. От темнота
раздвинув крылья, пыталась вылакать светильник, светивший в темноте тогда, как Вифлеемская звезда. И потревоженные тени, набившись где-то по углам, как серых дней забытых лам, гнездясь угрюмо по столам, во сне шарахались о стены. Но был еще один вопрос, пятнал столешницу донос, который с виду был так прост. Его принес один гордец с безумным взглядом во дворец. Он черным пламенем горя всех уверял, сие творя, что выдает небесного царя. За 30 сребреников платы свою обугленную лапу. И что поступком он своим спасает лично вечный Рим. И что судьбой он удостоен схватить царя на Илионе. Он так кричал о том в палатах, что боль в висках у Понтия Пилата была безжалостно распята. Когда же, руководствуясь наветом, схватили ночью человека, который предан был Иудой, и оттуда ночная горькая стезя Синедрион вела царя. Он неземной покой храня унял в висках Пилата боль, изгнал на время взглядом хворь. Взглянув на миг ему в глаза, сняв паутину боли с глаз, от боли прокуратора спася, стоял молча в горький час, как человек, но не прося, лишь подавляя изумление. Пилат укрыл свое смятение коротким, как стрела, допрос. Один ответ, пустой вопрос. Ты врач? Я боль забыл свою. Задал вопрос Пилат царю. Я только истину даю. А что есть истина твоя? Спросил Пилат, смятение тая, пренебрежительно царя. Ответ не ждали долго зря. Он не преступник, он умалишенный, сказал Пилат синедрионным. Его вины тут нет ни в чем. Безумство ж лечится бичом. Законов свитки теребя, вниз опустив свои глаза, сказали судьи, суд творя. Его помиловать нельзя, ведь он народ смущает зря. Пилат напомнил им о том, что может быть один прощен на праздник, как гласит закон. Но по старинному закону
прощен другой был, осужденный. И суд свершился не по праву, простив разбойника Вараву. В темницу ж двери притворял, чтоб с глаз дало свели царя. Оставил смуту лишь вопрос, что тот блаженный в душу внес, не удостоив всех ответов. Но не за это приговорила власть царя распять. Едва расплачется заря. Земная власть, себя храня, давно живет, себе вторя, несправедливости творя. Творят давно уже законы лишь под себя синедрионы. Да, незаслуженно распятым считал безумца прокуратор. Что ж, осудили, ну, предвзято. Один такой или десяток царит в империи порядок, и тут не может быть сомнений. Пилат, не проявляя норов, оставил судьям скуку споров, ведь прокуратор вне упора. Потом, дабы не портить отношений, принял решение простое: не нарушать в стране покоя. Тем более того ж хотел и Капитолий. Недаром прокуратору дают такую власть народ, сенат и римский суд. Сам император, наконец, хваля, чуть наклонил к нему венец. И пусть для власти в том порука, когда пилаты умывают руки, но время не проходит мимо того, что было несудимо и незримо черту дворцового порога переползала кольцами тревога, гипнотизируя змеина всю Иудею аж до Рима. И риторический вопрос стучал в висках уже воистину: а что же есть такое истина? Что если суд укрыта здесь, она воистину есть? Терзали Тору фарисеи, все для себя уже отмерив и принеся свои дары, давным-давно ушли волхвы, все предсказав глухим, увы. Так что ж, понять все не сумели, неужели для нас
лишь совесть, страшный суд, пока нас к Богу не зовут. А совесть, разве есть покой? Она в душе, есть Дух Святой. Когда ж мы совести не верим, она из всех потеря. Предначертание не веря, во сне забылась иудея. Светилась тайная вечеря, а мир смотрел из желтых окон, как день, сворачиваясь в кокон, переливался в темноту, роняя чувства в пустоту. Мир подводил себе черту итога, что отделял мир от Бога. И уходящие мечты из позолоченной листвы, сгорая на земле кострами, стелились по земле туман, вплетая запах горько-пряный в холодно-белую нирвану, объединяя все пространство в одно единство, постоянство. А мир на плоскостной основе был словно краской нарисован на бесконечно белом фоне, там словно в темном кинозале объемы формы исчезали, росли деревья до небес, травы шептался темный лес, мельчали чувства и страдания, безмолвно таяли желания в единстве мира сознания, где наконец мир растворился и исчез под взмахи синих крыл небес. Существовала только я, где Млечный Путь лег на поля, проселком, звездами пыля, где лишь часов вселенный ход соизмерял души полет среди чудес чужих умов, любви, потерь и откровений, времен, эпох, чужих миров, в калейдоскопе изменений всех бесконечных измерений, где многоцветия полыхали в огне божественной спирали и раскрывали тайны дали, где грань теряла безупречность, где все уже впитала вечность туда, куда манила суть, где брал начало Млечный Путь, где звезды свой огонь берут,
где обитает абсолют, теодицеи человечьи, где есть начало в бесконечном. Но этот неземной покой нарушен был на миг тобой. Ты мой полет остановила, когда мне жизнь тебя явила в ответ на мой влюбленный взгляд, даря мне тонкий аромат осенней сладостной печали, где мы друг друга повстречали. Так видим боговечность мы порой, как воплощение в лик земной. Но ты ушла, лишь вдохновение твое мне дарит отражение, как смысл перевоплощения того прекрасного мгновения. С тех пор прошло 2000 лет, как повстречал любовь поэт. 2000 лет на этот путь свет мягко с неба звезды льют. 2000 лет к себе зовут отец и дух и абсолют. Поэт навек остался тут, пусть даже сном разопнут.